Якутский этновед Василий Атласов готов запатентовать сразу несколько музыкальных инструментов. Недавно он заявил о завершении исследований в этом направлении. Теперь музыканты получат возможность играть на уже официально зарегистрированных инструментах мастера. Тему продолжит Николай Борисов. Известный якутский этновед Василий Атласов заявил, что подошел к логическому завершению исследований и готов запатентовать сразу несколько музыкальных инструментов. Шаманы древние времена, когда камлали, поднимались на какой-то бугор. Мы тоже поднялись, и перед нами самый большой ударный инструмент наших предков – табык. Мы заявку подали на патентование, но приняли, сейчас она находится в Санкт-Петербурге. Ну, через некоторое время перейдет, тогда мы начнем массовое изготовление этих инструментов. Да, инструментом может считаться и может заказы принимать, может делать, может люди использовать, какую-то музыку создавать. И если мы сами не сделаем, то другие кто-нибудь сделает, а потом мы с носом останемся. Поэтому надо, когда время есть, идея есть, можно сделать. Таким образом, музыканты Якутии получат возможность играть на уже официально зарегистрированных произведениях мастера. Василий Николаевич сотворил чудо, как говорится. Он сотворил новый музыкальный инструмент совершенно в новом формате. В чем уникальность в том, что этот табык настраивается. То есть он не лопается с годами, если что-то. Вот для нас, для профессиональных музыкантов, это, я думаю, самый вот этот корень лежит в том, что наши инструменты во время множественных поездок, гастролей не выдерживает наш инструмент непогоду. А вот тут она вот сзади, если потом увидите, вот сзади у нее есть специальный короб, который настраивает натяжение кожи. Мастер признается, что довольно долго занимался технологией изготовления инструментов. Однако все труды оправданы осознанием того, что делается это для сохранения культуры народа Саха. Как ни парадоксально, древний якутский инструмент не считался в Российской Федерации именно инструментом как таковым. Однако средство общения древних якутов теперь зарегистрировано.